Новую автоматизированную газораспределительную станцию «Мирке» запустили в Жамбылской области. Она входит в структуру управления магистральных газопроводов «Тарас» акционерного общества «Интергаз Центральная Азия». Новая станция по всем показателям значительно превосходит старую. Она способна обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей Меркенского района в любое время года. Действующую до недавнего времени газораспределительную станцию «Мирке» построили больше 30 лет назад. Сейчас показатели ее пропускной способности перестали соответствовать современным требованиям. Оборудование достигло высокой степени износа, говорят специалисты. Поэтому компания «Кастрансгаз» построила новую автоматизированную газораспределительную станцию. Мощность АГРС «Мирке» позволяет подключить больше домов, промышленных предприятий к экологическому чистому топливу, природному газу. Кроме того, резервное подключение новой АГРС к сразу двум источникам питания от магистрального газопровода Бухарский газоносный район Ташкент-Бишкек-Алматы позволит избежать перебоев в газоснабжении во время производства ремонтных работ. Мощность новой АГРС «Мирке» увеличилась в разы. Она может обеспечить бесперебойное газоснабжение 16 населенных пунктов Меркенского района, в их числе свыше 12 тысяч жилых домов, 420 объектов ЖКХ и 33 промышленных предприятия. Раньше ГРС, у него была мощность 10 тысяч часовых, а на сегодняшний день у него мощность 30 тысяч часовых. Таким образом, национальный оператор «Кастрансгаз» может гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителей Меркенского района круглосуточно. Новая станция отвечает всем современным стандартам. Ее ввод положительно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в районе. Это приведет к открытию новых предприятий и созданию рабочих мест. Анастасия Сулейманова, Жамбылская область, Хабар 24.